Уважаемые друзья, хочется порассуждать вместе с вами. Мы прекрасно понимаем, власть нелегитимна, и ждать чудес от нее не стоит. Жить в надежде, что наша жизнь сама по себе изменится в лучшую сторону – это утопия. Каждый уважающий себя человек имеет право, и никто и ничто не вправе этих прав его лишать. В нашем государстве влиять на принятие решения, принимаемые властями, может только политическая партия. Я сейчас говорю не о Нуратане или как там сейчас называется, суть не поменялась. Именно для этих целей и создаем народную оппозиционную партию «Алга Казахстан». Создан чат «Алга Казахстан». Каждый человек имеет желание жить достойно в стране, где есть предпосылки для этого. Но при сравнении уровня жизни в Дубае и Казахстане говорят, где Дубай и где Казахстан. При наших ресурсах, при правильном курсе, искоренив коррупцию, мы можем жить не хуже, чем в Дубае. Но для этого, я повторюсь, нужна настоящая оппозиция, которая без страха и на законных основаниях войдет в парламент. Если мы поднимем эту волну и, объединившись, поработаем в этом направлении, а именно в кратчайший срок соберем инициативных ребят, которые буквально через 2 месяца откроют съезд народной оппозиционной партии «Алга Казахстан», то мы будем на пути к серьезным переменам и достойной жизни в нашей стране. У нас нет времени ждать. Шаткая и нездоровая политика президента нуждается в реформах. И эти реформы мы, как политическая партия «Алга Казахстан», внесем в парламент и воплотим в жизнь. «Алга Казахстан».